в нашей церкви также мы признаем его как пастыря, как одного из соучредителей нашей церкви. И я просто обязан сегодня сказать, потому что мы находимся в портовом городе, и это морская столица Болгарии, да, и что тот, кого я приглашу, бывший военный капитан, потому что у нас сегодня здесь есть и моряки, и капитаны, и я думаю, что для кого-то это будет честью и будет интересно послушать, пусть и бывшего, но военного капитана, я не помню какого ранга, капитан первого ранга, сегодня у нас будет проповедовать Черноморского флота. Давайте поприветствуем пастора Олега Григорьевича Перемякова. Переводчик? Переводчика. Сожалею. Так, где мое место-то? Да, вот здесь. Это вот здесь? У нас кафедры пока нет. Это кафедра. Да, это кафедра. Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо сюда. Она разольется здесь. Так много новых лиц. Толком много хорима тук. Стоило переехать в другое помещение, и мест не стало хватать сразу. Требовалось, если переместить в другое здание, вече нема места. Сюда можно расширять. Да, потому что это совершенно мало места. Вече, может быть, треба да расширяем. У меня такое предчувствие, что в ближайшее время все стоя будут слушать здесь. Понимаете? Может быть, скоро всички, что будут как стойки. Как в метро, в час пик, понимаешь? Готовы в метроту. Да, меня зовут Олег, моя фамилия Пермяков. Казумся Олег Пермяков. Да, мне 71 год. А сам на 71 година. Я 16 год уже как христианин. Вече 16 години сам христианин. Я занимаюсь бизнесом. Занимался с бизнесом. Служил на флоте. Служил сам на флоте. В 92 году в возрасте 42 года уволился с адмиральской должности. И през 1992 година силовы у них от адмиралской должности. Рухнул в новую жизнь, которая называлась капитализм. И упаднув в новый живот, какой-то сценаричащий капитализм. Из Северного флота, где я служил, на флотилии атомных подводных лодок, я уехал в Севастополь, и там у меня была забронирована квартира, и там начал бороться за жизнь. И след този флот заминахал в Севастополь, когда ты имел апартамент, и там соборил за живот. В 90-е годы. Някой живял ли през 90-те години? Да, вы понимаете, каково было бороться за жизнь? Разбирайте, каково тогава было да соборишь за живот. Да, я бороться по-всякому, моя была задача зарабатывать деньги. Имах задача да искарвам пари. Я хотел разбогатеть. Искал да стану богат. Хотел да показать богат. Своей семье красивую жизнь. Да покажи на семействе си красивый живот. Капитализм наступил, и я хотел, чтобы было красиво. Капитализм наступил, и я искал, чтобы было красиво. Но, к сожалению, да? Но за сожаление. Долгое время у меня ничего не получалось. Долгое время ничего не получалось. Я поработал на дядю, на государство, потом начал свой собственный бизнес. А с работой на державу, за хорото, и после започнал свой бизнес. Что-то продавал, куда-то ездил. Нечто продавал, ходил некогда. Какие-то деньги зарабатывал. Некую по риск карвах. С мужиками в гаражах обмывал это все. После со смужетой потом терял эти деньги, потом впадал в долги, потом разочарованный начинал что-то другое. И так започнах нечто другое со зрачевым. И доведенный до отчаяния, я однажды познакомился, пошел на собеседование, устраиваться на работу. И бях отчаянно, утидух да си... И попал на презентацию сетевой компании. На интервью да си устроил на работу и попаднах на одна презентация. В Севастополе, которая занималась похудением. Да, ты си занималась с ослабванием. Всем известная компания на букву «Г». Компания известная. Замечательно. Я там 10 лет отработал. Работях в тази компании 10 години. Поначалу было нормально, хорошо, а потом все хуже. Всичко беше добре, но после ставаше по-лошо. Ничего мне не получалось. Нищо не ми се получаваше 10 години. Дълги тока росли. Само нарастваха дълговете. Росли. На этой почве их скандалы росли. Също скандалите в семейството нарастваха. Отношения в семье ухудшались. Отношенията в семейството здоровье ухудшалось. И здравето се влушаваше. И жизнь шла. И да. Живота беше рухнул надолу. Да, и однажды мой дистрибьютор, женщина такая взрослая. И один пот моя жена, жена сказала мне, Олег Григорьевич, вы хороший человек. Казать, что сам добрый человек. Но без Бога вам не прорваться. Но не можете да успеете без Бога. Ну, а поскольку я был крутой.
Но аз бях готин. Я ей сказал, я хожу в храм, ставлю свечки, что-то меня учишь. Я сказал, что ходя в храм и там запалывал свечички понякога. Она говорит, не-не-не, вам не религия нужна. Тя каза, не ви треба религия. Вам нужен живой Иисус. Треба ви жив Иисус. Говорю, а как это живой? Я спитах, как это означало жив. И она, молодец, ничего не стала рассказывать. Она дала мне видеокассету, на которой была история человека, разбившегося на машине и умершего. Тя ничто не ми рассказывал, сам мне дали кассета, где ты имаше за живот на человека, который се разби с кулата. Он умер, и три дня почина, лежал в морге. И три дни беше в моргата. И, значит, родители требовали похоронить, но жена родители не давала. Родители искаха да го погребят. Она говорит, вот там за 300 километров какой-то проповедник приехал. Но майка-то не искаша, тя... Христианский. А, каза, и у него там чудеса, надо его туда отвезти. Който прави чудеса. Он за него помолится, если нет, тогда похороним. И трябваше този мъж да го отнесат. В истерике кричала жена. Ну и родители согласились, загрузили его в машину, повезли. Родителите согласиха да... А там проповедовал да такой му, человек по имени Рейнхард Бонке. И това беше Рейнхард Бонке. Великий евангелист из Германии. Великий евангелист от Германии. И там огромная площадь, и имаше сотни огромна тысяч людей площадь на пустыре на этом слушали Евангелие. И много хора слушали Евангелие. И там происходили разные чудеса. Случвахаси различни чудеса. Глухие слышали, слепые прозревали. Глухите започваха да чуват. Как обычно, как в Евангелии написано. Как-то в Евангелии-то пишем. И была платформа, с которой он проповедовал. Имаше а под платформой у него было место для отдыха. И под платформой то имаше место. И вот туда под платформу занесли этот труп. И този труп го занесоха под платформата. И в перерыве он спустился, подложил на него руки, помолился, и тот сел. И през почивката този проповедник отиде до почивка, помолился, и този човек оживя. И сняли фильм, который документально подтверждает, что все врачи, там, и заснеха фильм, който подтверждава за воскресването на този човек. И аз гледах този фильм. Документальный и думаю, где мне найти такого человека, который бы за меня помолился, чтобы у меня бизнес пошел. И мысли, когда я намерю тот человек, да се помоли за меня и бизнесами дотрудны. Ако мертвите се воскрешават, то я могу договориться с мужиком, который за меня также помолится. Чем така мога да се да намерю муж, който да се помоли за меня и бизнесами дотрудны. И я пошел. Я сути дух. Пошел искать, где это было. Это в Симферополе было, я там. Това беше Симферопол. Военно-политическое училище, актовый зал. Военно-политическое училище. Я пришел туда, сел на последний ряд и слушал. Седнах в зал. Это молодой парень в красивом пиджаке, в таком галстуке. Бях млад муж. Рассказывал про Иисуса Христа. Един млад муж рассказывавший за Иисус Христос. Он рассказывал, что тут вот летоисчисление 2000 лет назад, с этого момента, с его рождения. Рассказывавший за что он пришел для того, чтобы спасти людей. 2000 години за Иисус. Что он сын Божий, что он родился. Что есть сын Бога, что есть роди. От Бога. Женщиной, девственницей, че се роди от жената Марии. Девственница. И что он 30 лет был как обычный человек, а потом, години короче, был рассказывает как Евангелие, человек, благую и весть, този радостное муж сообщение. Рассказываешь Евангелие. О том, что люди все до единого согрешили. Два частички хора согрешили. За грех смерть Бог установил. За грех и люди шли в ад. И в старые времена Бог давал им возможность каким-то образом загладить свои грехи приношением животных. Старые времена, хората имаха возможность да опростят свои греховые, как убьют животных. Но это не решало никак проблема. Никак не решало вопроса главного. Да, не решало главный вопрос. И вот наступило вопрос. Время, когда сам Бог взял и сошел. И наступило время, когда самия Бог слезе на земята. И унизился до облика человека. Сам и Бог. И самия Бог станул като человек. Я сидел... И меня начинало мелко трясти. А сидях и бях много. Вообще что-то происходило такое необыкновенное. Я вдруг понял, что я не случайно здесь. А с разбрачи не сам случайно там. Что какие-то мощные силы привели меня сюда. Мощные силы меня доведуха тук. 55 лет от роду. Человек на 55 години. Доведенного до отчаяния, долгами, нищетой, разочарования. И я понимал, что сейчас что-то произойдет. Разберешься, не сега нечто, что если случится. И вдруг он говорит, если вы здесь оказались, и то, казва, ако сте то тук, это не случайно. Твое не случайно. Потому что не вы сюда пришли сами. Что-то вас не Бог избрал, тук, Он вас сюда привел. А Бог вы избрал, все обстоятельства вашей жизни, в которых вы живот, винтик, в были предназначены для того, чтобы в этот день ты оказался здесь, за това, вие да чтобы услышать эту историю. Обычную историю. Обыкновенная история. Человека. Который человек, был Богом. Это Бог. История. Твоя история. И этот человек пришел, Бог пришел для того, чтобы Бог за нас умереть. Бог слязал тук, да умре за нас. Просто потому, что Бог возлюбил мир так, что Он даже Сына Своего просто, отдал. Просто, что ты Бог и возлюбил мир так, что и дал Свой Сын. Никуда не загива. Потому что миллиарды огромным строем идут в ад. Что-то миллиарды хора погибель. Утиват в ада. И Бог так полюбил, что даже...
сына своего Бога, Бог така не обича, принял решение отдать, дури дал в жертву отдать на растерзание, сына. На кошмарную, ужасную, невероятную смерть, за ужасную смерть. Позорную. Позорную смерть. Он был заплеван, избит, был изранен, избит, унижен, оскорблен. И он молча терпел, чтобы за нас умереть. И той молчейки терпел всичко това, за да умре за всички нас. Олега, родившегося 5 июня 1949 года в городе Чите, где-то когда-то, заранее, я был ошеломлен просто. Аз бях много впечатлен. И когда я это все закончил, он говорит, а кто прямо сейчас свершил, хочет начать попита, новую жизнь? Есть такие люди, да кто хочет живот? Отдать себя Христу? Кто искал да отдать себе си на Христос? Я кричу с заднего ряда, я хочу, я и хочу. Я с заднего ряда викам, че аз искам. Я бегом, прибежал бегом, казвай, встал тук, под сцену, еще какая-то девушка вышла. До сцената, и, ну, и мы вдвоем стоим, сидит зал. И двамата стоим. Этот парень наверху, сцена высокая такая. И този муж от сцената. И он вдруг раз на колени. Той също застана на колене. И говорит, я сейчас за вас молиться буду. Сега ще се помоля за вас, той каза. Повторяйте за мной. Повторяйте след мен. И как только он на колени встал, я заплакал. И когда той застана на коленете, аз заплаках. Я никогда так не плакал вообще. Аз никога не съм плакал така. И в слезах я повторял эту молитву. И слезите, през слезите повторя тези молитвы. И когда все закончилось, я ощутил, с этими слезами вышла вся моя старая, прежняя, грязная, усетих, греховная, позорная через тези слези излязла, излязла целия ми стар живот през тези слези. Меня как будто вот мешок сняли с чем-то. Все едно един голям чувал впервые махнат в жизни, от мен. За долгие-долгие годы. Наверное, самое радостное мгновение я помню вот в детстве. Может быть, одно от най-радостных лет, 11 или 12, не помню. Моего живота было в детстве. И я утром в воскресенье, в день рождения свой, проснулся. Когда станах на 11, 5 июня, светит солнце, на 5 июня, в комнату падает. Солнце светишь. Такое счастье. Имах такого счастья. Стул стоит, а на стуле рубашка коричневая в мелкую клетку. А на стол имаше риза кафява. Это мама подарила мне рубашку. Майка ми подари тази риза. И я лежу, она заходит. Аз лежит, тя влиза. Такое счастье, вот детское. И беше много счастья. Вот примерно такое много счастья. Необыкновенное счастье. Необыкновенное счастье. У меня куча долгов. У меня куча проблем. И во время тази молитва усетих същото счастье. Вопреки, что имам долгове, обаче бях много счастлив. Я тогда не знал, что я родился заново. Тогава не осознавах, че се родих отново. Но я стал новым человеком. Тогава станах нов човек. И я хватился в Библию, которую я пытался купчах читать, в Библията, но не мог. Опитвах се да я чета, но не разбирах. И она стала интересной. Тя стана интересна. И я продолжал заниматься бизнесом очень продолжих упорно. Продолжих да се занимавам с бизнес усиленно. Денег по-прежнему не было, но радость. Продолжава да нямах пари, обаче вече имах радость. И целый год я ходил, учился, цяла година все познавал. Ходих, се, молился, как одуревший. Молихся на другие языки. Ночами, ночами. През нощите. И у меня было предвкушение там. Имах предвкушение. Когда я выбегал туда, вот признаюсь. Когато когда я выбегал към туда на призыв этот. Към този призыв за молитва. И у меня крутилось в голове вот то, что он рассказывал, что я готов и отказаться ми от своего ше, че, греха, от прежней жизни. Готов начать да се заново от греха. Но у меня была мысль такая. Но имах мысль в голове си. Някъде отзад. Сзади. А деньги. Я смогу зарабатывать. Что могу ли я сказать? То, что в ад я не иду, это уже хорошо. А деньги сейчас. Добре, что не уходя в вас, че не могу дать давать, то бачу, дали что в этом смысле. Что печели пари. Дали то, что мне была нужда, главное. В това, и това ми беше в главата. И вот я скажу вам, что я проработал в сетевой компании. Был таким лидирующим человеком, обучал людей. Там, работях в миллионы долларов. Компания. А сам ходил в секонд-хенд иногда. Обучавах хората как да искарват милиони, обаче и купувах дрехи от второго потреба. И у меня была мечта зарабатывать 4 тысячи долларов в месяц. И имах мечта да искарвам 4 тысячи доллара на месяц. Штуки, баксов в месяц. Это была моя хрустальная мечта. Това беше моята много сильная мечта. И за 10 лет в этой компании я ни разу в отличной компании, я видел, как другие зарабатывают. И работях в отличной компании 10 години. Но я ни разу не вышел но даже на 2000. Но нито в однош не искарвах дори 2000. И причем все, что я зарабатывал, нужно снова было вкладывать в бизнес. И все, что искарвах, трябваше пак да го влагам в бизнеса. И вот прошло немножко больше года. И мина повече от една година. Бог со мной начал разговаривать. И Бог започна да говори с мен. Я так много молился и читал Библию, толкова что много я вдруг начал его слышать. И читах Библию, че започна да го чувам. И он мне показал видение. Том показа едно суть видение. Суть которого состояла в том, что я понял, что меня ждет успех финансовый. Аз осознах в това видение, че ме чака успех в финансите. А он не приходил. А успехът месяц, два, не идвал. Три, год.
второй пошел, полтора года прошло. Как я стал верующим человеком. Вот как ты сам веришь? Ничего не происходит. Ну, ничто не случилось. С точки зрения от финансовая галедная точка. Но я духовно расту, расту. Ну, духовно започнул расти. Я начал молиться за других людей. Започнул сам молиться за других хора. У меня появилось желание приводить людей в церковь. Вечером желание, да. Я везде был, везде, везде, везде. Церковь тогда наполняла вас хора, тас, на всякий служих. И в какой-то момент друг Бог мне говорит, я даю тебе новый бизнес. И Бог мне казывал в один момент, че мне дава новый бизнес. В эту компанию, которую тебе предлагает вот этот человек. И то мне казывал, примени в тази компания. А за мной ходил там полгода один человек. Я говорю, как я перейду? Я спитал, как что примена в другую компанию. Богу говорю, как я перейду? Говорю, я тут Бог. 11-й год, у меня люди. Только работе вече 11 години. Это же предательство. Что они скажут? Твоего-то предательство да заставят из хора. А внутри слышу себя. Тебе а важно, в себе что, что они скажут или что я скажу важно тебе? Важно тебе, как вошь ты кажешь из хора или как вошь ты кажешь. Я сказал на Бог, че мне поважно, как вошь ты кажешь тим. Примена в другую компанию. Я делал то же самое, что я делал. Правих сы что-то. Только я слушал теперь Святого Духа. Но сега вече слушах Святия Дух. И в первый месяц я заработал 5100 долларов. И през первый месяц из карах 5100 долларов. Тысяч, после а через год я уже зарабатывал за 50 тысяч долларов. И след одна година вече из карвах повече от 50 хиляди долларов на месяц. Только я видел, как Бог работает в моей жизни. Я справил все, что то, но само позволявах на Бог да работе в моем живот. Такая моя история. Твоя моя история. Это мое свидетельство. Твоя моя свидетельство. Это самое ценное, что у меня есть. Твоя наиценная, такое то имам. И я с вами поделился сейчас. И споделил кто вас сега. Но дело не только в деньгах. Дело в том, что у меня все восстановилось в семье. Но не само в парите имаше успех. Мои близкие стали спасаться. Мои друзья стали приходить. Близките ми хора започнаха също да се спасяват. У меня началась другая жизнь. Започна нов живот. И вот с 6 марта 2000... От 6 март. 5 года. От 2005 година. Сколько? 16 год. Самое лучшее время моей жизни. Тогава започна най-хубавото время в моем живот. Я никогда больше не имел долгов. Вече нямах дългове. Я всегда зарабатываю деньги в разных компаниях. Вече изкарвам пари от различни компании. Потому что Бог верный. Что Бог верен. Бог верный. И это, повторяю, мое свидетельство. И твое мое свидетельство. И я его рассказал не без умысла, потому что я об этом сейчас хочу с вами и поговорить. И я сгу рассказах, и сега искам да поговорю с вас за тази, у меня по тази тема. Моя проповедь. Мой-то проповедь. То, что попросил меня пастор сегодня здесь сказать, называется так: «Зачем я нужен Иисусу Христу?» А за какво сам нужен Господь на Иисус Христос? Зачем я тебе? И у меня есть такая хорошая привычка. Я вам хубав навик. Я по утрам читаю. А, не только по утрам, но читаю. По утрам особенно я читаю Библию, читаю. Читаю Библию. Пью много воды и читаю. Пью много воды и читаю. И когда я читаю, читаю из Библии, отовсюду, что я читаю, от Библии, ты у меня есть заметки книги, в компьютере, имам бележки в компьютере, телефонах, в телефонах. И я туда в заметки выписываю все, что мне. И в тези бележки пишу всичко, което, то, что мне показалось важным. Все показано и важно. Делаю какие-то заметки по поводу того, что со мной произошло вчера или и правю бележки, нали, какво се случи с мен вчера. Но я не могу скажу, что это дневник, но просто я туда сбрасываю, сбрасываю. Некоту а потом возвращаюсь дневник, к этому и неожиданно нахожу записываем там очень просто важные, ценные там, вещи. И в тези бележки намирам някакви ценни неща. Обдумываю, из этого вставляются проповеди, выступления. И след това разные вече составим някакви проповеди. Да. Книжку я хочу написать. Искам напиши книга. И вот вчера, и вчера вчера я думал, или позавчера я думал, о чем я буду должен сказать. И все чудих, как воду говорят несколько. И стал листать свои заметки. Започнем да глядам свои тебележки. И вдруг нашел там где-то заметку такую, и там написано. Намерих одна бележка. И там написано. Как Бог отвечает на наши молитвы. И там написано, как Бог отговаривает на наши молитвы. И мое там такое замечание, свидетельство. И я после был 1 сентября 2016 года. Я был в Москве, година, и я написал. Сейчас я в Москве, в центре, на Никитском бульваре живу. И сегодня ходил, молился. Обычно я по утрам хожу молиться. Написал, что я сейчас в Москве. По утрам и вечерам. С утренто се молих. И на вопрос в молитве, зачем я тебе, что мне делать для тебя, Господь Иисус? И задаю вопрос на Бога, делать? За какво сам тебя, я часто задаю какво вопрос трябва да правя. Често задавам този вопрос. Никакого ответа нет. Няма никакъв отговор.
Но вот я иду и говорю, зачем мне тебе, Господь, что я должен делать сейчас? За какво съм ти аз? Какво да правя в този момент? И вот только я задал этот вопрос один или два раза, зададох този въпрос няколко пъти. Я иду и вдруг натыкаюсь на стену надпись такая. И виждам една стена, и там има надпись. Трафарет такой, самопальный. И там написано. И там пише. Большими буквами написано. Просто немного свети. Просто малко да светишь. Я говорю, Боже, зачем я тебе? Он говорит, просто немного свети. Нали, питам Бог, за какого ты сам тебя светит? Я знаю множество историй, как малко людям да светя, Бог отвечает да на молитвы. Кто-то распсихованный, теряя связь с жизнью, бросает Библию в ярости. Некоторые хора, които се едосват върху живот, на живота и хвърлят Библия, и тя се отваря на тази страница, където има отговор, който решава всичко. По-всякому Бог отвечает. Бог отговаря по различным начинам. Удивительным образом. Я знаю, как один бандит и наркоделец в Лондоне, какой-то там мексиканец или оттуда, латиноамериканец, просто клейма негде ставить. Наркоман и разбойник. Той беше наркоман и разбойник, один муж. Пропадал от наркотиков, от этих всего. И однажды сидел в номере в Лондоне, значит, однажды беше в хотела. Телевизор вот так вот крутил. Так она тискаше телевизора. И вдруг проповедник какой-то. И изведнъж попадна на един проповедник. Да, и он говорит, остановился на этом человеке. Той спря на този човек. Да, и тот ему и он проповедует про Иисуса Христа. И този проповедник говорит за Иисус Христос. И дальше, а оно не делает. А мужа продолжала. Никто ни в другую сторону. Обаче вече телевизор спомина на този проповедник. Прекрати нажимать на кнопку, ты никуда не денешь. Изведнъж проповедник в телевизора казва, спри да натискаш на копчета. Из телевизора к нему. От телевизора към него се обръща. И он говорит, вот там колонна была. Я, говорит, за колонну спрятал. Он говорит, выйди за колонну и хотела, слушай, что я тебе колонна, говорю. Хотела, имаше колонна, и сестрица тази колонна, и този проповедник каза, нали, излез. То есть Бог, вы понимаете, что Бог всемогущий. Бог и всемогущий. И вот он говорит, я расценил это однозначно, просто немного свети. И я себе сказал, ну хорошо. Я сказал на себе себе. А как светить? Как да светим? Что делать? Какво трябва да правим? Включить фонарь. Да пусна едно фенерче просто. Вопрос. Это было в Мерзляковском переулке 1, 1 сентября 2016 года. И я сказал себе, а как я буду светить? Питах себе себе, как ну и я как-то понял, как светить для себя. И я начал разбрах. Светить. Как я думал. Я очень много прочитал про ад. Много читал за адом. Очень много посмотрел видео. Ну, глядах клипчета. Меня это сильно волновало. Това много ме вълнуваше и продължава да ме вълнува. Потому что, когда я рассказываю о спасении, когато разказвам за спасението, спасение предполагает спасение от чего-то. Что-то спасение предполагает, че има да се... Если кто-то на воде работал, то знает, някой как работи люди, върху, людей да. спасают из воды. Меня спасали, знаю, я тонул, меня спасали. Как хората спасяват, хората, които потъват. В последнюю секунду меня мой... И товарищ, дори бях попаднал под леда, и да. Я знаю, един човек ме спаси. Осъзнавам какво е спасение физически. Но ад, от спастись от ада, что но такое да се спасиш от ада, какво е я ад? Я прочитал очень много про ад. Прочитах много это про ад. Это непопулярная тема в церкви, не и не особо об этом говорят. Тема в церкви. И очень многие жестоким образом за это поплатились. И много хора са пострадали от това. Если мы призваны спасать людей, ако сме призвани да спасяваме хората, то мы должны знать, хората, что это такое. От ада там? Трябва да знаем какво е ад. Каково там? Какво Иисус има там? Об аде говорил вот в Евангелиях гораздо больше, чем о небе, о рае. Иисус в Евангелиях повече разказва за ада, отколкото за небе. Об огне, о червях. Разказваше за огъня, за червите, за ужасите в ада. Его история про Лазаря и богача. Неговата история за Лазаря и богат человек. Она как раз об этом говорит. И у меня, я наткнулся как-то на свидетельство одного человека. И видях одно свидетельство на сейчас он, я не знаю, в каком состоянии он сейчас, но после того, что произошло, он стал, он и так-то был известным пастором, служителем. Беше известен в Южной пастор, Корее. В Южной Корее. Имя его Пан Йок Гу. Пан Йок Гу. Или Пак Йон Гу. Да, и очень известный человек в Южной Корее. Много известен человек в Южной сейчас Корее. Сейчас у него там огромное служение. Всегда ему огромное служение там. И до этого было. И преди имал служение. В возрасте 50 лет он умер от инсульта. През 50, когда беше на 50 години, починал от инсульт. На небе.
Из указанного на небе. Его ангелы взяли и, значит, ангели он записал свое свидетельство. Ангели того взимут. И он оказался на небе и с ангелами. Ангелы показывали ему. Ангели ему показывали рая. И он увидел там вот все вот эти прелести и асфальт из золота, ну в смысле ты дороги из золота, прозрачного, и маши пути, и реки, злату, и моря, и горы, и красота, реки, и города огромные. Мурета, гури, планини. И его интересовали награды. Бачи, то есть интересовал награды. Он был очень известным человеком в Корее. Бачи, много известным человек в Корее. Христианский деятель. Как христианский деятель. Очень много сделал для служения Иисуса Христа. Много направил за служение за Иисус Христос. И он видел там, показывали ему такие дома. На него ему показывали големи кышти. И эти дома принадлежали блокови известным людям, которые служили Богу. И те кышти. Например, он назвал фамилии. Муди, такой известный хором. Автор, проповедник Джон Уэсли и еще там некоторые люди. Фамилии. Големи, и он видел, кто это такие, на, и знал, кто это такие, известные проповедники. Какие награды? Он говорит, а где мой дом? И тот же проповедник питает, где мой эта кышта? А ему ангелы говорят, давай мы сейчас тебе покажем вот этот район, где крутые. Ангелы там указывают, что тебе покажем район на якие-то кышти. А потом покажем, где есть прочие. И после тебе покажем квартал, где есть другие кышти. Детей. Ну, короче, они поехали куда-то далеко, и местность не стала такой красивой. Ты соучишься некогда подалечь. А какая-то такая поравнение. И местность-то вече не пеешь, что говорит, там показали... Здание, говорит, и что, где там, дома? Он говорит, такие плоские, огромные, длинные града, дома такие. Много долгие кышти, но не высокие. Когда мы туда зашли, и когда то влезет первое внутрь впечатление у меня было, что это курятник. А, имаше, то имаше впечатление, че там, говорит, огромное множество людей. Ферма. Има много хора внутри. И он говорит, я увидел там очень много верующих людей и пасторов. И видях там много верующих хора и пастори. Они спасены. Те со спасением. Но они без награды. Те со без награды. Они в хорошем месте, но без награды. Хубаво место, но без награды. Общаги, типа. Живеют как-то в общежитии. Он был в шоке. Той беше шокирован. А потом говорит, а где мой дом? И то питает, где мой такой что? Он говорит, мне нельзя показывать. Ну поедем. Ну он уговорил. Они позвонили Иисусу, тот дал добро. То есть, скажи, да видишь, типа, что, но ангели тем указывают, что приехали, не может и говорит, мы увидели дом. Во-первых, он был недостроен, он был маленький. Кышта тебе еще малка. Я был в шоке, ну, говорит он. Тебя уж ты сеструешь. Я был просто в диком шоке. Бях я закричал. Шокирован, започнул давить. Как так? Почему? За что? Почему? Я, сам я. А служи. У меня церковь 5000 человек. Я создал, значит, там семинарий. Создал двух семинарий. Я выплачивал деньги там всяким разным проповедникам. На различные проповедники. Я выпустил 250 там миссионеров. Я издал несколько книг. Там один написал несколько книг. На эти книги деньги я, значит, множество много добрых дел сделал. Почему? Много добрые дела. Ну за что? Я бился в истерике, говорит он. И то я бился в истерике. Молодец. А ему говорят, и почему дом не достроен? И то опять-то за что кышта того, что ты сеструи? Ну ты же еще не умер. И ангел там указывал то, что ты не си починал. А там рядом стройка шла. И близу там машина стройка. И вдруг ангелы, которые там работали, значит. И ангелы какую-то работу там. Поступают материалы. И все забегали и начали строить. Потом опять сказал, пауза. Поступают материалы, започнут строить. И после говорит, пак пауза. Что такое? Как это понимать? А он говорит, а это вот, значит, дом для женщины, которая... И ангелы сказывают, твоя кышта зажната. Простая прихожанка. Обыкновенно но она, значит, очень много с утра и до вечера проводит в церкви, тебя молится вот за других людей до вечера каждый церковь, день, молится и за других много хора, жертвует. Ну, много короче, жертва. Ну я-то великий. Ну, то и я-то казва, великий. Меня вся Корея велик знает, весь мир меня знает. Время у меня, я на телевидении. Я говорю, вот а именно. На телевизии, со что? Понимаешь, говорит, тебе вот этот маленький дом, а не вот небоскреб, как тем. Потому что ты награду ангель свою ты казывает, наличие, на земле получил. Ты получаешь такого малка кышта, за ты что гордый на земле ты си получил награду. Ты си горд. Ты самовлюбленный. Ты убичаешь себя. Ты получаешь себе награду здесь. Получаешь награду на земле. И сейчас тебя еще рано судить и подводить итоги. Рано, когда ты усужден. Но тебя, себя, как и всех, будут судить словами Иисуса Христа. Ну, как ты и другие, ты а что будешь сказал, что когда ты сидят, думайте на Иисус Христос правой рукой. То, что влево, я не знаю. Но Иисус сказывает, что а ты правишь добро с дясной река, лево от эти река, да не знаю. Ты герой Советского Союза, при всех, бачит, тебя водят везде, герой, как чудо. Ты познават, ты наслаждаешься этой жизнью сейчас. Наслаждаешься на ты же получаешь на награду. Живот, получаешь награду.
Поэтому здесь тебе награду уже не положено. И за твоим на вече няма награда за ты. Ты обменял свою награду здесь на то, на земле. Размени награду для тебя ценно быть на телевидении. Цену за тебя да будешь интервью давать и книги подписывать. Да ваш интервью и да подписываешь книги. Разбираешь ли? Пак Йонгу. Он говорит, я был в шоке. И тоже проповедник казва, че шокиран. И ну, потом он там встретился, потом его повели в ад. И после го отведуха в ад. И в аду он видел очень много ужасных вещей. И в аду то и видел много ужасных вещей. В аду он видел очень много христиан. Все, что я видел, много христиан. И он описывает всякие раз... На ютубе, зайдите, есть свидетельство его, можно посмотреть. На ютуб има твое свидетельство. У меня сейчас нет времени подробно. Можешь договорить. Ну, например, например, он видел, как демоны мучают людей. То и видел, как демоны мучат хората. Например, он видел людей, которые голые, и они все покрыты насекомыми, которых их, значит, вот терзают. Видя на ли голи хора, страшно кричат, покрыты насекомыми, какую-то гу изъяжда тяуту. И ты не могут домахнуть эти насекомые. Кто это люди? За что они здесь? И то пита на ли эти хора за какого сатук? Они в церкви выступали против пастора. И эти хора казывают, ангелы казывают, что эти хора с они разносили противопоставили срещу пастора. Они разрушали изнутри церковь. Ты разрушавали церковь они ели внутри. Церковь, и теперь их едят. Ты съезжали церковь, то есть ты съезжали тут насекомые. Он видел, я говорит, видел молодых людей. Виждах молодых хора там. Понимаете, это рассказывать вот как бы надо быть не от мира сего, чтобы все это слушать. Сколько раз я слышал? Ну зачем ты вот это начинаешь? Вот у меня хорошее настроение. Вот сколько пути вот сначувал? За вот что започиваешь твады рассказываешь? И мог портишь доброе настроение. Иисус сказал, радуйся, а ты мне портишь. Иисус Христос жизнь. Сказал, говорю, радуйся, радуешь. Это когда ты знаешь, за что радоваться. Бачи, радуешься, да си радуешь, когда ты знаешь, за что радуешься. Когда ты знаешь, что ты туда не идешь. Вот за что надо радоваться. Да си радуешь, когда ты знаешь, что няма да утидешь в адам. Поэтому, когда написано, радуйтесь, за все благодари тебе, такова у вас воля Божия. И когда написано, да си радуешь, это означает, что ты должен радоваться, Бога. Что ты в ад не идешь. А то, что здесь происходит, это пфу. Ти треба главно да си радваш, че няма да отидеш в ада. Ребенок не слушается или ты замуж не вышла. Защото което се случва на земята е много древно. Нали нямаш пари, да ти не слушаш. Вот о чем надо радоваться. Това е древно. Треба да си радваш, че няма да отидеш в ада. Молодым людям ножом. Вот знаете, сейчас на ютубе много этих блогеров, которые еду готовят. Нож... И так мастер, я тоже люблю. Мастерски делать ножом. Губы так, гармошки. Др-др-др-др-др-др-др-др. Нарезают губы. Они раз заживают. Заживают, а он снова ему хора, с наслаждением демона. Кто эти люди? Нужно? Что это происходит? Это почему? Постоянно. А эти люди порочили своих родителей. Они выступали против них. Они их оскорбляли, выступали против, не слушались. И с их языка слетали гадости против отца и матери. И сейчас им нарезают колбасу на небе. Нарезывают это настолько усни. Все, это настолько все страшно. Твашечку много страшно. Это настолько невыносимо. Твоя непоносимость. У меня есть рассказ на эту тему, как один человек, как один человек. Я вам рассказ по этой теме, как один человек. Как один человек долго болел сильно много и мучился. Много долго молил. И кричал, что это хуже, чем в аду. И викаше, то человек и викал, че тука по тежко, отколкото в ада. И к нему пришел ангел. И до него е дошел ангел. Ты страдаешь? Он говорит, да. Ангел питает, ты страдаешь ли? Я тебе делаю предложение. Искам тебе предложение. Ты говоришь, что ты страдаешь, как в аду. Ты казваш, что страдаешь, как в аду. Я делаю тебе предложение. Правите предложение. Я отправляю тебя сейчас на 60 минут в ад. На 60 минут, если выдержишь, ты исправишь в аду. Возвращаешься, получаешь новое, молодое, здоровое, красивое тело и все, о чем ты мечтаешь на этой земле. А куда сдержишь один час в аду, на небе. Что тебе дам новую тело и новую живот на земле. Сколько? 60 минут всего. Согласен? Да. И тот человек согласява. И вот его, и он вдруг полетел вниз. И видно, что и полита долу. Почитать бы надо, ну ладно. И он вдруг вниз полетел. И он еще только подлетел и встал на эту красную землю, дымящуюся. На тази червена земля. И увидел вход в ад. Вижда вход и он уже в ад. Понял, что все, пропал. И то вече тогава снова, и он стал кричать. Кричать. Започва Иисус, верни обратно, я не согласен. Ни одной секунды здесь не Започва согласен. Започва да вика, что Иисус не сам согласен. Его не вернули, тук. И он вернулся в свое старое то тело. То есть вернул в свое старое тело. Самым счастливым тяло, человеком. И потому что он знал, с чем сравнить. Потому что он знал, с чем сравнить. Потому что он знал, с какого-то сравнява.
Так вот, я продолжу по поводу нашего корейского товарища. И что продолжу относно този корейский проповедник. Он побывал там, сям, той и видел потом Иисус ему кышти. Сказал, иди и после Иисус ему указывает, утивай и назад. И сделай выводы из того, что ты увидел. И направи изводи от того, кое-то свидел. И он говорит, я пошел назад. А севернах. И первое, что я сделал, продал и раздал свои деньги от 5 своих самых люксовых автомобилей, какие только были. И первое, что направил, раздал свое имущество и начал служить. Започвах да си раздавам имущество и париты. Сейчас уже, после этого. Другой человек. Видях неговото служение. Но начал служить. Сега я станал друг человек. И вот он там говорит на этом видео, что ангелы ему сказали, на его вопрос, а как же что материалы для строительства дома? Откуда? Что это за материалы? То есть, откуда есть эти материалы для строительства на кышти? Материалы для строительства. И ангелы ему сказали. И ангелы ему сказали. Что мне нужно делать, спросил он, на земле, чтобы обеспечить больше строительных материалов для моего дома на небе? Какво треба да чтобы на моя земята, награда была... Да, на небесах да има повече строительные материалы за моята кышта. Ангелы сказали. И ангелы ты казаха. Ангелы сказали, есть 7 вещей, има 7 неща, которые необходимо выполнить, които треба чтобы да наращивать свои материалы и построить да свой дом. Твои материалы вот да нарастут. Вот они. Для всех нас... Я уж не знаю, куда повесить эти 7 пунктов. Куда бы их так повесить на видное место, чтобы они всегда были передо мной. Но они и так перед нами все. Первое. Время, которое ты проводишь в молитве, определяет количество кирпичей, которые будут тебе строить. Время, которое минава в молитва, определяет, сколько тухли ты имаешь на небету. Накопление хвалы и поклонения. Сколько ты хвалишь и поклоняешься нали, Богу? Сколько хвалишь Бога и сколько времени ему себе поклонишь? Сколько времени ты проводишь в Слове Божьем? Сколько и как времени ты над ним размышляешь? Читаешь Библию и размышляешь вверху нее? Насколько верный ты в десятине? Но, сколько си верен в десятине? Насколько жертвенное твое сердце, способность жертвовать для людей? Сколько жертвенно сердце ти? Да можешь да даваш на другите хора. Сколько времени ты евангелизируешь и какой твой вклад в общее дело по спасению людей? Сколько времени евангелизируешь? И какое твое служение, и как ты к нему относился во время жизни на земле? И какво е твоето служба в церквата? Двери ты открываешь, или проповедуешь, полы моешь, или музыкант, не имеет значения, твое служение. Или ты просто попой греешь стул, который ты пришел, погрел и вышел. Или не служишь, а просто си в церквата. 7 пунктов, которые определяют количество и качество материала, из которого построить тебе в награду дом на небе. Които определят, колко материали ще имаш на небесата. Кто ли сомневается, что мы умрем? Некоторые сомневаются, что наша жизнь это 70, 80, там, 90 лет, которая является просто-напросто подготовкой, школой, экзаменом и переходом домой, чтобы там жить всегда. Те же 70-80 годы, которые имаем на земле, это просто подготовка за вечный живот. Это не попасть туда. И наиважно то, да не попадем. Это самая главная задача. Хоть как-нибудь. По някакъв начин. Хоть как-нибудь, но дори только не загуби, туда. Только не туда, потому что важно, смерть да гораздо там. Хуже, чем жизнь. Что а без Бога жизнь от живота. В аду это хуже а смерть. А живот без Бога твоя и это будет длиться акт. Вечность, всегда. Вот этот момент, вечность. Вот ваш камень вечность. Бросил, и он никогда не приземлится. Никогда то не приземлится. Никуда не приземлить. Это вечность. Твоя вечность. У меня сауна в Севастополе есть дома. Имам сауна в Севастопол. Ну, я не скажу, что я фанат, но я люблю. И иногда так сауна. Дровами она топится. И я иногда так ее раскочегарю. Понянка толкова гореш, и сижу там. Правя в сауну там. И думаю, ну еще минутку. И сидит там, в смысле, още на минутку. Ну еще минуточку. Поддам и веник, и наверху. И, ну еще минуточку. И си мисля, още на минутку, что после тук. А дверь стеклянная. Вратата и предбанники дверь открыта. И там видно бассейн. И се вижда бассейн. И летом, и зимой бассейн. Има бассейн. И я знаю, что сейчас. И знам, че сега. Как только я скажу, что хватит. Готто ще кажа, стига. Я из этого кошмара, вот из этого жара выйду. Този и ужас, прыгну в этот бассейн. Ужасна горещина, что изляза и что скочи в бассейн. Ну, в общем, благодать. И твоя като благодать. А теперь представьте. А сега си представете. Стеклянная дверь. Чима стеклянна врата. Жар в 1000 раз сильнее, има и ты никогда хиляда, не выйдешь. Хиляди пути повече горещина. И няма да излезеш оттам. Не через год,
Не в понедельник, ни в среду, ни в октябре. Ни в понедельник, ни в октябре. В 2739 году. Никогда вообще не будешь. Никогда. И будешь в этом жаре. И что ты будешь тази горещина. Только потому, что ты на земле промахнулся. На земле, ты не делал то, что ведет тебя к наградам. Това, което ты водит потому к наградам. Что Иисус тебе говорил, Иисус говорил, казывал, говорил, в слове говорил. И все... слову а я думал, это так, вообще места такие, знаете, значит, фраза такая, вообще, типа... А если мыслях наличие, твоя просто фраза? Буквально. Ну, все такое буквально, кое-то казва Бог. 7 пунктов. И вот я подумал, а я кто? С я этими 7 пунктами. Кой сама с этими 7 вещами? Ну, читать 7 Библию – это легко. Да, читаешь Библию – это легко. Это каждый может, скажите. Всякий может его направить. Просто принял решение и каждый день принимаешь решение, Библию. И всякий день читаешь Библию. План чтения Библии у меня есть, да, можно так читать. Но каждый день ты читаешь Библию, всякий день читаешь сеешь. Я нахожу для себя мотивацию. Для меня ключевое место Писания в этом смысле. В 15 главе Иоанна написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, пища, все, чего не пожелаете, просите, мен, будет вам. Тогава все, что ты пожелала, мне ты, есть что попросить. Исполни. Поэтому я стараюсь молиться. Я пожелала, мы задавали себе потом да моля. И читать Слово. И да читать Библию там. И в нем пребывать. И да пребывала в него. Это просто. Твоя лесть, ну. Ну, жертвовать тоже не сложно. Да жертвовать все, что не трудно. Десятину – это как святая вещь. Мне лично, я про себя сейчас говорю. Десятый. Мне привили. Ну, десятина – это все, что лесть надо. Я рассказывал много раз здесь про десятину, не буду повторять, насколько это важно. Огромное множество христиан, обманутых в аду, потому что они не верят, что десятину надо платить. Они специально много христиане. Ой, не надо! Это в Старом Завете! Это в Ветхом Завете! А сейчас правда не надо? Какой-то нехороший человек сказал, и люди ухватились, лишь бы не платить. Некого человек сказал, что это не работает, да жертвуешь церковь-то, и те себя послушали. А вот что делать, чтобы служить? Ну, какого доправишь, дослужишь? Как я могу служить? Как могу дослужим? И как я могу евангелизировать? Как могу да евангелизируем? И я начал читать Библию, вот что в Библии написано. И започнем читать Библию. В Библии написано, что... Вот смотрите, в Деяниях. В Деяниях. Иисус, Он же сказал им, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав все, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Он сказал им, вы примете силу. Ты кажешь, что примете силу? Когда Дух Святой сойдет на вас. И будете мне свидетелями. Святой Дух там, дойдет вверху вас. И до края земли. И что вы свидетели за меня? О чем речь? По целой земле. Это про нас. Твоя за нас. Вот я перед вами стою, рожденный свыше христианин, крещенный Святым Духом, принявший силу, и крещенный в воде. Принявший силу-то. У меня есть все основания для того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. А в чем свидетель я? Как я могу быть свидетелем? Ну, как кто такой свидетель? Свидетель – это ключевая фигура в правом, в уголовном процессе. Ключевая фигура. Ключевая фигура в некой процессе, в суде. Има судья, защита. Обвинение. Обвинители. И с той и с другой стороны есть свидетели. И вот этой стороны а я видел, свидетели. А я был, а я и знаю. Казва, а свидях, я сам слышал, а знах, своими а глазами видел. Видях я свой свидетель. Тучи, а сам свидетель. Свидетель чего? Свидетель на каково? Как Иисус действует в моей жизни. Свидетель на твое, как я вам Иисус действует в мой живот. В моей жизни действует Иисус Христос. Мой живот действует Иисус Христос. Он говорит... Той казва. На мой вопрос, а что мне делать? Он говорит, только немного свети. На мой вопрос, как вы доправят, той казва, сам малку досветишь. О том, как я в твоей жизни да, делаю перемены. Как в твой живот правил промени. В каком положении ты был? Какое положение и что я с бил? Тобой сделал? И какой со мной правил степ? И вот это ключевой момент. Твой ключев момент. Соотношение примерно так. Вот этот пастор говорит. 1 на 1000. 1000 ватт, 1 на небо. И соотношение то примерно широкий бульвар, наполненный людьми. Хиляда, вот хиляда. Болгары ходят против высоких цен на электричество, значит, выступают, вот идут, да? Это вот идут ватт. Здесь какую-то. А вот такая тропинка сюда вот идет по одному подходит. Какую-то все на противопоставят на высокие цены, на электричество. Огромное доволь, людей цены на тока, уходит и ты уйти в ватт. И Бог плачет. И Бог плачет.
Есть одно свидетельство. Има одно свидетельство. Джесси Дуплантис есть, вы знаете, такой известный проповедник. Джесси Дуплантис. Ему Иисус сказал. Иисус ему сказал. Когда они прощались на небе, он ему сказал. Я боюсь этого дня. Страхом си дойде този ден и той заплака. Последнего дня, когда уже ничего больше изменить нельзя. Последний день, в который вече ничто няма да бъде променено. Те, кто не успел, тези, които не успяха, пойдут в ад. Иисус ще слишком отидет хорошо ада. Знает, что такое ад. Иисус много добре знает, какво е ад. Он слишком хорошо знает, что такое погибель. И той много добре знает, какво е погибел. Не просто просит. Той не просто не молен. Повелевает. Той повелевал. Он повелевает. Встаньте, идите, научите все народы. Станете, ходите и научите всички народи. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вървете по целия свят и проповедуйте Евангелието. Все твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. А който няма да вярва, ще бъде осъден. Идите, идите, вот что он говорит. Той казва да идваме, да ходим. И если мы хорошо знаем, что нам нужно спасение, че не трябва спасение. Если мы хорошо знаем, что нам нужно награду, чтобы не разочароваться. Ако знаем, че не трябва награда, за да не се разочароваме, то мы должны выполнять. Трябва да изпълваме, да изпълняваме най-важното поручение. Разказвать людям об Иисусе Христе. Да разказваме на хората за Иисус Христос. А что рассказывать? Какво да разказваме? Что рассказывать? Как рассказывать? Как да разказваме? У меня были колоссальные проблемы по этому поводу. Имах много проблеми относно това, което четох. Я испытывал потребность делиться. Испытывал потребность да споделям. Но я не знал, а как это делать. Но не знаех как да го правя. Сразу возникает мысль, я что, проповедник? И винаги, а я не знаю Библию хорошо. Аз не съм проповедник, не знам Библия добре. А я стесняюсь. Аз се срамувам. А потом я пришел к выводу, что это после в результате до един извод, всяких разных попыток, в результате молитв, Дух Святой вдруг мне начал показывать, че что все должно Дух быть максимально да просто. Че всичко трябва да е много максимально просто. Просто. Максимально просто. Не надо проповеди читать. Не трябва да читаешь проповеди. Не друзьям за столами, за кухонными. Не на приятелях. Не надо проповеди. Им не трябва проповеди. Трябва им свидетельство. Им нужно рассказывать свою историю. Да рассказываешь свою историю. Что ж в моей жизни сделал Бог. Да рассказываешь на тези хора, какво Бог и направил в твой живот. И я начал, и постепенно у меня, а где свидетельствовать? А куда идти по всему миру? Вот я жене своей говорю, ты видишь, написано идти по всему миру. Она говорит, вот как я сейчас по миру пойду, понимаешь? Нет, не по миру, где ты живешь, где ты трудишься, в своем окружении, где ты есть, ты должен там, где ты работаешь, где ты живешь. Свидетелем. Некоторые вообще молчат. Некоторые просто молчат. И они свидетельствуют. Своим молчанием они свидетельствуют. И со своим молчанием потому что они живут такой жизнью, что любой живот спрашивает, как тебе это удается. Почему тебя оскорбляет, а ты и тези хора, не ведешь себя как все, в истерике не впадаешь. Питают, почему нали, тебя все уважают? Ты почему ты самый лучший работник? Почему ты всегда чистый? Почему ты всегда трезвый? Почему ты умный? Почему ты мудрый? Откуда в тебе это? Почему у тебя успех? Почему у тебя дети такие? Почему? Почему? Это самое главное свидетельство. Просто жизнь. Просто а если ты еще начинаешь разговаривать и говорить, слушай, но ако започваш също и да разказваш, готов выслушать человека, потому си готов что да изслушаш човека, защото имаш състрадание в душата си, защото вътре имаш Святия Дух, който има любов, в том числе. А любовта е също състрадание. И ти питаш този човек какво имам. Если ты не прикидываешься христианином, ако не се правиш на християнина, живееш по този начин, не можеш не свидетелствовать, тогда просто не можеш да не свидетелстваш. Вокруг тебя будет формироваться группа людей. Около теб ще се формира група хора. Этот пастор говорит, на первом этаже, говорит, много маленьких комнат. И то есть пастор сказал, что на первом этаже вам много маленьких стаи. Что это за комнаты такие? И какие а это для твоих детей. Твои за твои деца. Говорит, зачем? У меня всего 4 ребенка. Зачем а столько комнат? А сам учитель деца. Нет, духовных детей. Да тех, которых ты сам духовные, лично родил. Духовные деца, которые сам си родил. Если они не получат свои награды, они будут жить в твоем доме. Я говорю, какая радость. А куда они получат свои награды, все 750 человек, да? В твой такой что? Да. А представьте, какой дом может быть. Представьте, какая кышта может быть. Много высоко. А твоя, говорит, твой на самом верху, на 99 этаже, все 17 вот этих комнат в одну сторону и 28 в другую, это все твое.
и отдельные люди. Има 90 этажей, и всички стаи со флоти. А здесь все вот на этих 92 этажах. Кто бы так хотел? Давайте я вам покажу, как это сделать. Что покажет, как можно направить от вам. Короче, я вот сделал такой вывод. Я начал... А знаете ведь, как еще, когда ты бизнесом занимаешься, то обязательно каждый день ты слышишь, если ты разговариваешь с людьми о Боге, каждый день ты слышишь «Оа-оа-оа-оа». Всякий день, когда ты разговариваешь с кротом за Богом. А мамона. А мамона. За мамона. Ты же мамоне, слушай, ты же за доллары только рубишься. Нали самому за пари ты правишь. Ты же только об деньгах, ты же бизнесмен, ты только об деньгах думаешь. Нали си бизнесмен и мислишь саму за пари. Это же надо объяснять, правильно? И треба да объясняешь. И я как-то нашел книгу. Есть на Америке одна книга. «Призван быть бизнесменом» называется. Казвася, призван, да будешь бизнесмен. И там человек. Там один человек. Инспектор по безопасности на стройке. Инспектор по безопасности на стройке. Обычный, ну кто такой инженер по технике безопасности? Просто то никто, некого, пыль. Некого инженер. Правильно? Просто некого, ну правильно? Некого прощинка. Мешает только. Просто пречи. Только мешает. Вот со своими этими правилами лезет. Со своими правилами. А там пьяные эти, на ютубе как посмотришь, что творители, строители творят. И тут инспектор по технике безопасности. Там убился, тут башку снесло, там завалило, там... Они рубят, значит, сук под собой этим отбойником, и вместе туда летит, выпил, встал, пошел дальше. Это стройка, понимаете? Никак вы стране не считаете, что настройка там. Где-то там, в Бразилии или в Аргентине. В Бразилии. Значит, говорит, я пришел, и смертность, значит, травматизм страшный. Каждый дох настройка, ему смертность. И я, говорит, каждое утро прихожу за полчаса. Хорто получала травму. Захожу в свой занюханный кабинет, становлюсь на колени и начинаю молиться, чтобы в этой строительной компании прекратился травматизм. Тази компания вече да няма травми, хората да съдържат достойно. Он на рабочем месте делает свою работу, как христианин. И правил своята работа, като он работает, ходит, проверяет, учит, той работе, но в то же время он возлагает это на Бога и все, руками что, Бога все, это делает. Так же, как мы все на работе. Так, как я на начал работа. Бизнес успешно, только потому что я говорил, Бог, я не знаю как, теперь ты давай. Когда ты успешно получил бизнеса, когда ты возложил на Бога. И у него... Постепенно. И приехала комиссия какая-то. Ну, никто же ничего не замечает. Все живут просто, начальство там. Ну, никто не забелязывает ничто, ты просто живет начальнице. Приехала комиссия государственная. И комиссия-то, державная комиссия дойдет с проверкой. И этого человека под арест. Проверяют, и тот же человек был арестован. В суд, потому что нет травматизма, нет смертей. И арестовал тот же человек, за что не может, поэтому не было травмы в тази фирма. А он начал доказывать, стали проверять серьезно. То есть започнут доказывать. И комиссия оказалась в шоке. Это как такое может быть? Единственная компания на земном шаре, где нет травматизма и так далее. И куда-то проверили хастичку, сказали верно. И его отпустили, компанию наградили там, и так далее. И хозяин компании вызывает этого пацана и говорит, ты кто такой вообще? Ступанин фирма-то започка договорил с тоже инженер. Вот так молюсь, и значит, и вот, той казва, сам христианин, что моля. Твой Бог так делает? И да. Тоже начальник питал, твой Бог ли го правил? Чтобы вот эту проблему и той казва, не можешь ли освободишь на свой Бог, да решить на проблему? Молиться для начальника. И инженер как проблема его вызывает, за свой он помолится, начальник. Говорит, нет, не надо, или надо, делайте так-то. И значит, то, что ему Дух говорит, он так это. И то, какой ему указывает Святой Дух, то и его прави. Назначили выше, выше. И то, започка, и потом он там какой-то начальник большой уже стал. По карьере, и международный проект был. И попадал в международный проект. Тендер такой, да? И многие крупные международные компании много, выставили свои кандидатуры на строительство какого-то этого объекта. Много големи компании за строительство ту. Ну, для того, чтобы победить, нужно вложение сделать, сделать проект хороший, где крутой. Это денег стоит. Ну и хозяин свой говорит, проект, вызвал этого победит. Парня и говорит, слушай, помолись. И то есть начальник извикал пак, то есть инженер. Стоит нам связываться. И то есть пита, ну или можно себе помолишь, дали шанс треба, у нас есть, да, чтобы участвовали, мы вкладывали деньги, проект сделали. Проект. Потому что там и немцы, и американцы, ну, и все, там, а мы и кто? И немцы, американцы. Он говорит, я помолюсь. Помолился, и Бог сказал, говорит, что да, помолю. Только с одним условием. И Бог сказал, да. Чтобы была глубокая разработка по экологии. Да, может, Бог подговорит, что да, можно участвовать, но ему разработка говорит, по экологии. Чтобы вот так и так мы победим, но только чтобы, если будет и то, хорошее основание да, экологических победим, проблем, разработка. Да, ему разработка по экологии. Говорит, ты точно говоришь? Бог сказал.
Ну, они начали, и компания победила. Ты започнуха, ну, вообще тогда уже все. Компания спечели. Стал ездить на международные всякие симпозиумы. Започва депутувала по международные события. И он приезжал на всякие разные симпозиумы, выступал там, рассказывал, той, как он это делает. То есть изнасил лекции, как править ува. А кто хочет стать за что ему такие результаты? И то я питаю, далеко все, что сказать, станет христианин. Прямо сейчас встаньте, да, друзья, примите Христос. Переводчика там, и то и... люди сидят из разных стран, и он их приводил к Иисусу. И то и такая спасяла упора. То есть эта история говорит о том, что человек на своем рабочем месте должен служить Богу. На свою работную место требует служить Богу. И я подумал тогда, а я? Я в смысле, какое мое рабочее место? Как раз служу на работе. А сам самому дистрибьюторе, ты со многом. И чем больше я молюсь, тем больше их становится. И как ты получишься моля, только получишься. Чем больше становится, ставят. Тем больше денег становится. И как ты получишься, только получишь пари. И я стал собирать людей и говорить, ребята, я хочу научить хората. Вас делать деньги. Как вы так делаете? И когда им деньги я делаю это так, потому что я молюсь Богу. Я всем сказал, что правая такая, за что ты все моля на Бог. Кто-то первый раз, когда я это и сделал, куда он направил то вам? Оля тогда приехала первый раз. Это было в каком-то там январе в Севастополе. Я собрал 24 человека первый раз. Собрал 24 человека. На неделю на ключ вот так закрыл. И каждый день приходил, рассказывал, как надо делать бизнес. И двух рассказывал за бизнесом. И все не мог подкрасться к Иисусу Христу. Ну, бачи, много меньше трудно, да започну рассказывать за Иисус Христос. И так, два часа и там, значит. И потом, в конце концов, решился и рассказал им, что это Иисус делает. И после все решил им рассказывать частичку твоего про Иисус Христос. И думаю, сейчас начнут свистеть. И все мысли, что сега ты... Они говорят, это точно. А что надо сделать, чтобы нам так же? Убачи, ты все заинтересовал. Ну, тогда я им рассказал, что надо покаяться, если что, чтобы грешники, им что нужно. Им рассказал, что треба да се покаят. Все покаят. И всички се покаят. Все всички до единого. Один у меня был там такой парень. И машину он приехал туда, и он зарабатывал там 10 тысяч долларов. То и печели 10 тысяч долларов в месяц. Да. А полгода назад он был нищий вообще. А прийти полгода и он говорит, Олег Григорьевич, вот я покаялся, и а на следующий месяц у меня 20 тысяч долларов, и вниз уже не падает. И на следующий месяц в карах 20 тысяч долларов. И через там какое-то время опять такой тренинг, то уже не 24 человека, а 48. И после пакемах такого собирания на хората, 120, 180, и хората с увеличаваха. И они приезжают, и все сидят, ждут в зале, как я расскажу о бизнесе. И ты лучше человеку расскажешь за бизнес. А потом говорят, ну я должен вам сказать правду, что бизнес делается вот так. Но без и после Бога я рассказываем за бизнес, и после им кажется, что треба расскажи истину. Уверенной рукой уже. Да, че это во всичку и заради... И вот представьте, сидит зал. Запукаю, че Бог влияет вверху мой живот. И я вижу, что люди интересуют. Они приехали, кто из Италии прилетел, кто из Индии прилетел. От Италии, от Индии, от России. Чтобы узнать, как бизнес делать. Научат, как доправить бизнес. А они сидят. Ты слава сидят. Богу. И они сидят и говорят. И ты казывают. Олег Григорьевич, ну его нафиг бизнес, расскажите о Боге. И ты казывают, мне не требовалось за бизнес, расскажи это не за понимать, Бога. Я стал понимать, что людей интересует больше Бог. И започнем да осознавам, че хората получится интересуют от Бога. Я рассказал, что как я помолился за одного человека, он выздоровел. И им рассказах, как я помолился за один человек, который выздоровел, неочакванно за меня. Исцелился. То есть исцелил. От смертельной болезни. От одна смертная болезнь. И какой-то человек говорит, а можно вы за меня помолитесь? Един человек сказал, можете ли вы помолитесь за меня? И сидит тугава. Там 200 человек. Има 200 хора. Ну иди сюда. Я сказал, мила тук. Он на сцену выходит. То и излиза на сцену. И я за него начал молиться. Я започал на самолет закрыл за него. Глаза и молюсь за него. За там, спина у него болит. Молился за него. Руку на спину кладу, что-то там молюсь. Возложи хриката вверху него, если молюсь. Хрустит у него там в спине что-то, он уходит. Я смотрю, а очередь там вот это, на сцену. И то есть нечто спуково в гробу вот мой, то есть трогна. И после всички застанах вот у Пашка, когда вот помолились за тех. И вот так постепенно все и началось, и началось, и так постепенно всичку започну. А потом они уезжают, и я их учу, куда в церковь прийти. А те заминават, я им казвам, когда идут идут на церковь. И пишут люди там, какой-то епископ, вспомню. И после мне пишет хората. Из какого-то города. Един епископ. Тамбова пишет. Кто вы такой, Олег Григорьевич? Тут приехала такая группа людей, влилась ко мне в церковь. Такие одна группа хора, сказали, чтобы... Да. Одна группа хора дойдет в церковь-то и севля в церковь-то. И вот так и Бог начал активнее. Через меня вот так вот действовать. И такая Бог через меня започнет действовать. А потом они разъезжаются, и мне нужно с ними как-то связь. И ты заминават, и треба да им некого врыска с тех. Сайт. Направил сайт в интернет. И стал говорить им, что я могу вам рассказать.
И започнал доказывать, что могут быть рассказом мама, и в интернет. Налей мать семейству, друг дистрибьютор. И просто ги канете. Они стали приводить в четверг своих людей. Канете през четвертък. И вот уже сколько лет, наверное, под 10 каждый четверг я рассказываю людям о Христе. Всякий четвертый рассказываем за Христос. Что это людям надо. Но только дело в том, что очень многие люди, получив спасение, много хора получают спасение, получив вот этот дар, бесценный, дар, который начал менять их жизнь, который започнал променять их живот, те молчат. Они как набрали в рот воды. То есть одно имеют вода в устах. Они сами никому ничего не говорят. Не рассказывают на других ты хора. И никуда никого не приглашают. Никого никогда не канят. И они не понимают. И ты не разбирают. Что Бог с них спросит за это? Че Бог ще пита тях за това? Потому что это не просьба, иди и проповедуй. Това не е просто молба да ходиш и да проповядваш. Това е като задание. Каждому, кто спасен. Всеки, който е спасен. Иди и проповедуй. Да идваш и да проповядваш. И у меня очень долгое время было такое состояние, что... Много долгое время имах одно состояние. Ну вот 100 человек приходит. Идва 100 человека. В неделю. През една седмица. Вот в четверг приходит 100 человек. В четвертък идват 100 иногда 80, человека. Иногда 120, иногда 60, иногда 52, 70, понякога 90. Понякога са 50, вот 70, 120. И люди слушают. Хората слушат. И человек 10, 15, 12, някъде 8, 10, 15, 9, 8 человека. Говорят, я хочу покаяться. И сказывают, что я скажу, да се покая. Ты пишешь в чатом, а я молю за тях, и ты се покаиваешь. Но на следующий раз роста нету никакого. Но следующий раз няма рост. И это удивительно. И твое изнадо, что... Кто-нибудь понимает, что я сейчас говорю, что это удивительно? И у меня возникает вопрос, а почему имам так происходит? Вопрос, за что так остава? Но все люди разные. У всех всички хора са различни, всички имат различна мотивация. Вот мне, например, я военный человек. Аз съм военен человек. Есть такое понятие красный. Има такое понятие червен. В сетевом маркетинге есть такое понятие красный, желтый, синий, зеленый. Люди разного цвета все, и все говорят на разном языке. Я говорю на красном хора, языке. Кто-то говорит червени, на желтом языке. Кто-то на синем, кто-то синий на хора и зеленый что хора. Что такое красный язык? Какого означает червен язык? Вот, платье. Красный язык – это когда человек мотивируется деньгами, червенный славой, язык, когато признанием, человек мотивира... чистолюбивые такие, амбициозные, парите, карьеристы, славата, командиры, лидеры, вот такие. Карьеристы, лидеры. Синие – это синие хора, люди, которые любят общаться. Които обичат да общуват. Общение, тусовка, такие те обичат контактные, парт, это шоумены, партита, это все шоумени. Вот эти проповедники часто. Проповедники за что? Желтые – это те, которые желтые любят хора, помогать другим. Които обичат да помогат на другите. Вот есть такие люди, которых... Говоришь, пойдем денег заработаем. Говорю, да нафиг мне деньги. Пойдем, и Маша, има такива хора, у нее там надо картошку. Пошли казваш, скорее, Маша. И лада, вот изкарвам пари, ты казва, не, не искам. А когда му кажат, и да помогнем на някого, ты винаги действуешь. В цифрах, а зелените хора обичат цифрите. Так вот, я понял, что красные могут приводить... Если их мотивируешь и рассказываешь им, ты награду на небе получишь. А червени ты можешь ги мотивируешь, вот когда ты им расскажешь, желтая, например, че, она любит помогать награда. Другим, служить. Моя жена и желтая. Она любит служить. Тебе обычно вот стульчик поднести, вот помассажировать, да вот кофе сделать, да, спросить, да, направить тебя не кафе. Дует. Вот такие желтые. Ты знаешь, кто такие желтые? Да. Вот моя жена желтая. И моя жена и желтая. Она причиняет добро бесконечно, понимаешь? Тебя причиняла добро на хората, да. Бескрайно. И ее не мотивирует вот эта награда. Тебя не все мотивируют париты. Я говорю, ты неужели ты... Это ты дом свой на небе получишь, а я там в хижине где-нибудь. Я тебе казываю, налетишь, вот ты получишь крышу на небе, то аж ты живешь в некого хижине. Она из сострадания. Тебя через сострадание. Но я хочу сказать. Но иском докажем. В конечном итоге я хочу сказать. Иском докажем. Дорогие друзья. Наступит момент. Что наступит момент. И каждый из нас. И всякий один от нас. 100%. 100%. Попадет на судилище. Что попаднут на суду на Иисус Христос. Я хорошо помню, когда я оказался здесь, в этой церкви. Много добре помню, как за первый путь попаднах в тази церковь. Четыре, когда это было? Това беше още в садкарница, на церковь. Преди 7 години някъде. В 2007 году я первый раз приехал. През 2007 година за първи път дойдох във Варна, купих тук апартамент. Вот сегодня уже 21 год. Сега вече 21 година. Я был всегда самый молодой везде. Сейчас я самый старший везде. Преди бях на 22, винаги бях. Послушайте, ты зря улыбаешься. Но сега потому что через некоторое вече... время ты будешь удивляться, почему все молодые такие, один я, 50-летний. Правда, вот правда говорю тебе.
Это так быстро все проходит. Время это много общее бурже место, бурже. Это банальности, я говорю сейчас. Но это так. Мы все окажемся там. Не если мы окажем там, на суде, станем перед Иисусом Христом. Вот состанем перед Иисус Христос. И Он скажет, и то, что ангел, каже, проверь, имя этого человека в книге жизни то, есть или на ангеле, ты провери, дали има имя на тоже человек меня в книгата на живота. Поджилки трясутся у всех до единого. И тогава всички започват да треперят. А вдруг нет? Защото ако няма твоето имя и в книгата. И он смотрит. И той гледа. И говорит, есть, 6 марта 2005 года. Има, 6 марта 2005 година. И ты соблюдаешь. Теперь какая награда? Твоя такая награда. И Иисус скажет, ты молодец. Иисус Христос ще каже, браво на теб. И Он обнимет тебя. Ще те пригърне. И скажет, ты будешь здесь делать вот это. И ще каже, тук ще правиш това. Пойдем, я покажу тебе твой дом. Ела, ще ти покажа твоята къща. Я знаю, что ты любишь все из дерева. Я знам, че всичко обичаш от дърво. И твоята къща твоя направена от дърво. Вот такая, смотри. Твоята гледка ще бъде такава. Там! Или скажет, я сожалею. И он будет смотреть своими любящими глазами с сожалением. То есть ты гледа вас со своими любящими очи. Твоего имени нет в этой книге. Ако твоето имя няма там, ще кажа, съжалявам. Нету книги. И это будет самое страшное, что только может быть. И това ще бъде най-страшното, което може да се случи. И он скажет, этого человека бросьте во тьму внешнюю. И то есть скажет, тот человек хвърлете в тъмината, където огъня не прекъсва. И не умирает. И нищо не умира. И ты это знал. И вот тебе доказательство. Твое доказательство. И включат вам телевизор. Ще ви пуснат телевизор. И в мгновение ока пролетит вся ваша жизнь. И ще видите целия си живот каждого на телевизора. И каждый увидит все, что он сделал. Всеки ще види какво е направил. Один парень говорит, едно муче казва, я в шоке. Аз съм шокиран. Он умер от чего-то и попал туда, и вот стал перед Иисусом. Ты починал от и его това, место было водой, от нечто. Но Бог его пожалел, иди как расскажи. И там показали, и там, показали когда все. Попаднул на написата, показали саму всичко. Показали все, буквально все. Цель и ты понимаешь, живот, что это абсолютная истина, правда, и у тебя никаких сомнений нет, что ты, извини за выражение, достоин этого. И ты разбираешь наличие, там, если достоин говорит, за смерть. В одно мгновение, но в красках, в цвете, со всеми эмоциями, вся моя жизнь прошла, и там такой был момент даже зафиксирован, и это было мне в такой жирный минус. И това, този младеж казва, че мама болела, телевизора показаха и говорила, му сынок, живот, вынеси мусор. И показа един момент, че майката му боледуваше, Сережа, и майката му казва, изхвърли буклука. Сейчас! И той казва сега. Вынеси мусор. Ну, сейчас! И той казва сега. Я сидел за компьютером. Аз бях на компютъра. Мне позвонили, я сорвался и убежал. На мен не събадиха, и аз плакала, тръгнах, излязох от къщи, майката ми започна да плаче. Там зафиксировано. И всичко това и беше на този телевизор. На телевизора. А вот этому пастору, а този пастор, Пак Йон Гу, който е корейски пастор, у него в доме висело два сертификата. Той имаше вкъщи два сертификата. Самые большие его награды. Най-големите му награди. Первая награда была за то, что он однажды, еще будучи молодым, вышел на улицу и увидел беше, старика, который трясся и под дождем, и снегом. Когато видял един треперещ старец и он снял под себя свою куртку и старую и отдал ему. Той даде своето яке на този човек. Мощным сертификатом победы его. И това е един нов мощен сертификат. А второй раз он накормил какого-то человека. А вторая, че нахранил някакъв гладен човек. Я, к сожалению, нет времени, но вся Библия, сожалению, Евангелие времени, переполнена рассказами о том, за что мы получим награду. С рассказите, Иисус за сказал, какого если вы награда малым этим сим дали есть, пить, когда они жаждали алкоголя, сказал, когда вы, дали они много, болели, вы их посетили. Ако сме дали храна на нуждаещите или сме посетили а болни хора, не сделали това своим правим, ближним ничего, то Иисус вы мне это сделали, тогда ваше место там. И там нет при всей любви Бога. Ты же милосердный. Это не срабатывает там. И там, наляку кажешь на Бога, что си, нали си милосерден, и я това хочу призвать всех проработи присутствующих здесь. Искам да призова всички, обдумать които присутства тук, свое будущее. Да обмислите своето бъдеще. Понимаете, люди, вот у меня сын занимается инвестированием. Мой сын занимался с инвестированием. И с ним сложно разговаривать. Много трудно договориться с ним. И он умный очень. Той е много умен. Хороший человек. Добър човек.
И у него есть очень много знаний. Има много знания. И фактов, и все. Има много факти. И продуманные у него инвестиции. И тези инвестиции са обмислени. Но я хочу сказать. Ну искам да кажа. Что останется только то, что сделано для Иисуса Христа. Че что останется само това, което направено за Иисус Христос. Самое главное это в человека. Най-важната инвестиция в човек. Спасение живой души это самая главная инвестиция. На живота душа е най-голямата инвестиция. 70-80 лет. Ние ще живем само 80 години. Нужно очень хорошо понимать, что мы в предбаннике находимся, и пустят или не пустят, зависит от того, как мы проведем свои 80 лет. Дали ли не пустят в рай, куда мы будем инвестировать? Будем инвестировать в зарабатывание себе новой Audi? Дали ли инвестируем в... Хотя это надо. Дали ли или будем инвестировать в спасение людей, в души живые? Или что инвестируем в новые души? Все, что вы видите, превратится в прах. Кто-нибудь за свою жизнь видел, как что-то превращалось в прах? Приезжаешь, а дом уже сел, все нету, и все заросло, и нету. Это в прах превращается мгновенно. Была машина, вот она ржавая стоит, ее нет уже все. Нету, негодно. Но живая душа, но жива душа, благодаря тебе, благодаря попадет, на теб, которая на небо, което, это твоя главная набиту, инвестиция. Твоя наиважната инвестиция. Поэтому хвала и поклонение, затова накопление. Хвала и поклонение. Второе – это молитвы. Второе – это молитва. Третье – это чтение Библии, пребывание в Слове. Да читаешь Библию, там, да и не тупое чтение, чтобы по-быстрому отчитаться. Не просто да прочитаешь. Ты читал Библию? А как же? Когда ты придет, нали, чего ли си Библия, ты тебе казаешь, да. Я учился в 6 классе. Бях в 6 класс. В школе плохо учился. В училище мне было неинтересно. Не мне было интересно. И бывали периоды, когда мама за меня бралась. Имах периоды, когда майка ми... Я была на собрании, Олег, вот тут... Започвавши да ми си кара. Сказали, что ты умный, но ленивый, значит, и так далее. И будешь мне все докладывать? Я говорю, ладно. И после майка ми каза, нали, если собрание, че... Я говорю, я мам, что сделал, я пошел. Она, я сказала, иди сюда, майка принеси, си, направили ксичку, тръгвам си. Там варит, спарит, значит. Но тебе казва, что сега ще проверю. Это показал. Показа хисички домашни. Она говорит, что по-английски? Я говорю, ты все равно ничего не рубишь, что я тебе рассказываю? И тебя опять английский направил. Она говорит, я сказал, да. Ничего не знаю, давай читай. Что там задали? Покажи, ну, короче, контролируй. И тебя оказывают, нали, я показываю там. Все покчити. Вот это прочитать, вот это выучить. Там. Она говорит, давай садись, читай. И тебя, нали, оказывают, сядай, читай по-английски. Пошел, я в 6 классе, за 5 класс взял учебник. Открыл на первом классе. Аж в 6 класс, но взял учебника прочитал, за 5 класс. Ну вот молодец, другое прочитал, дело, иди теперь. И тебя наказывал, а эти две? Трыгвайся. У меня две дочери, две сестры. Ну, он две сестры. На 4 года младше. Если я в 6, то они во 2. Мама, у тебя 4 года не помалки. И ты казывает, то тебе прочитал другую-то нечто. Никого не обманешь. Никого не можешь да изложишь. Воспоминание ударился. Да, и самую главную мысль потерял. Да, хвала и поклонение. Третье, что беше хвала и поклонение. Десятина. Верность десятина. За част. Верность десятине. Верность в твоем. Помнишь, читал я кровавый рассказ про 926 долларов? Пастор аж вздрогнул. Да. Но это такая реальная история. И жертва, вот такое сердце жертвенное, сострадательное, помочь другим там, то все. Рассказывал историю за 10 час. Евангелизирование, сколько времени ты проводишь в евангелизации. После евангелизации, сострадание там. И какое у тебя служение и как к нему относился. Какое имаешь служение в церкви, если и как ты пел, что ты делал для того, чтобы петь лучше? Ако если си пял, ты мыл полы, что ты делал для того, какво чтобы... Какво си правил, да пеешь по-добре? Ну, короче говоря... Или, ако миешь да, пода, какво правишь, да миешь пода по-добре? И последнее, что я хочу сказать. Самое главное, конечно же, да кажа, конечно же, на чем я хотел сосредоточиться, на кое-то вырву, я заканчиваю. Это то, что мы все призваны приводить людей... Частички с нами призваны да довеждаем и нови хора. Мы все до единого. Значит, каждый должен понимать, что он не просто пришел сюда получить и сидеть. Треба да разбираме, че просто нет, не си дошел просто да сидишь, чтобы да получишь. Дошел си да получишь. Спасение. Измениться. Да получишь спасение, стать да се промениш. Да станеш нов человек. Получить результат да от этого. Да получишь результат от това. Чтобы свидетельствовать на другите хора. А я покаялся и сразу бросил курить.
Аз се покаях. Мощнейший свидетель. Веднага се отказах от пушения. Потому что оскорблять плоть, которую создал Бог. Твое много мощное свидетельство. Это грех. За что-то да. А я бросил пить. Мое свидетельство. Спрях да пия причем алкохол. Не сразу. Това е моето свидетелство. Я уже покаялся, а еще боролся с этим. Не веднага, аз се покаях, но редко, се борих с това. Но мне было ужасно стыдно. Много раз рядко, полгода, но я выпивал. Но веднъж на половин година изпивах нещо. Прежде чем я окончательно и само не поставил точку. Минаха две години. Упав само на пол и сказал, не встану, пока да ты меня от этого не избавишь. И станах на колене и молих Бога. И когда я это получил, то у меня появилось свидетельство. Алкохолна зависимость. Или вот мое свидетельство, что я деньги стал зарабатывать. Или мое свидетельство, что я что-то начал делать такое, что Бог во мне производит. Или что привлекательно для других людей. Започвах да правя вот нечто, когда вы получили это свидетельство, то с этим свидетельством можете идти вперед. Свидетельство, вы можете и надо этому просто рассказывать на других хорах. Это, наверное, здесь не место сейчас рассказывать, как. Просто треба да се научите. Просто я хочу сказать, что на семинарах, вот на обучении, на различные семинары, обучение можете да се научите. И каждому понять, как ты можешь на своем да разбере, месте, на скамейке перед ты домом, на среди детей, везде, на работе, навсякуда, как на работу, ты можешь приводить людей, можешь да, инвестируя в свое будущее, как можешь людей. Да спасаваш хора, то инвестируй в свое ты будущее. Это становится приятным, сладким. Това это приносит наслаждение, приятным, необыкновенная радость. Започва, когда ты да говоришь человеку, и несмотря на то, что он сопротивляется, и или вот не хочет, рассказываешь или не человека, понимает, в конце концов, он приходит к Богу. То и все пак, в конце концов, он приходит к Богу. Дойди при Бога. И я делаю это самым простым способом. Правят вас наипростый начин. Не знаешь, в ад ты идешь или на небо? И там, ну, не ты знаешь ли, что с тобой будет? Когда утиваешь в ад или на небе? Ты спасен? А как попаднешь там? Ну ты в ад или на небо? Вот откуда?